Одинцовский оздоровительно-спортивный лагерь работает уже 8 лет. Помимо общей физподготовки, ребята занимаются бадминтоном и шахматами, а в свободное время готовят доклады о жизни великих спортсменов. Одно дело тренировки, другое дело подготавливать ребенка не просто, скажем, к каким-то достижениям высоким на соревнованиях, а просто для жизни, чтобы они были смелые, сильные, упорные, здоровые, веселые. В лагере занимаются десятки ребят со всего района. Самым младшим всего 8 лет. Часть спортсменов сейчас находится в других городах России, на турнирах в Санкт-Петербурге и Самаре. Их младшие коллеги, оставшиеся в Одинцово, стараются не терять форму. Некоторые дети занимаются по особым программам. Это ребята, которые имеют проблемы со здоровьем. Им уделяется повышенное внимание. Здесь направленность такая на укрепление и костно-мышечного аппарата всего, чтобы они были стройными, хорошими, потому что на начальном этапе без этого никак нельзя, поскольку спорт однобокий, однорукий, так сказать, одной рукой играем, поэтому больше таких коррекционных упражнений даем. Профессиональные отношения тренеров к детям и дружеская атмосфера уже давно стали визитной карточкой оздоровительно-спортивного лагеря в Искре. Это одна из причин, по которым ежегодно десятки ребят решают провести лето именно здесь. Станислав Трифонов, Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».